Илья и Анатолий. Мы сейчас готовы лететь на параплане. Илья, ты готов? Да. Ну, я готов. Илья, вот по глазам я, вижу, да. Непонятно. Держи. В общем, во время старта. Назад, вперед, танцуй. Скажу тебе, садишься, не садись, пока не скажу, говори. Садиться куда ты? Вообще не присаживаться, это важно. Вперед нагнись чуть-чуть. Удобно стань. Немножко пошире, как будто вот ты в борцовской стойке. Mm-hmm. Вперед шаг вверх. Готов бежать назад? Да. Да. Главное не упасть, короче. Ух ты, садись. Ножки подожми. Вот так? Садись, умница. Молодец. Ого, мы уже летим? Офиг. Понравилось? Охренеть. Удобно сидишь? Да. Лёва, понравилось? Охренеть, да, здорово. Давай, для удлинения палочки. Теперь наша задача найти. И набрать высоты в нём. Так, мы посмотрим. Лёва, да, сюда. Здорово. А вот некоторые одни летают, это просто как бы...
потряхивает чуть, но стало нормально. Да, сейчас уже лучше. Очень красиво. Какой у тебя возраст? Мне 24. 24, хороший. Да. Я тебя помню. А тебе? 25. Быстро время летит. Ну, знаешь, начал его чувствовать, как оно летит, когда дети появились. А так вообще непонятно. Год проходит, непонятно. Когда дети появились, знаешь, оно продолжается, как бы, непонятно это проходит. Вот, так же. Но когда ты видишь, ребенок растет, ты понимаешь, нет, год и непонятно прошел. Да, 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 понимаю. Обязательно придете пешочком, я вам покажу, как это сюда дойти. Вниз смотреть, то прям страшновато. Ну не смотри вниз, но тебе туда.
Все комфортно, короче. Да. Полетели прямо. Как хочешь камеру поменять, не надо? Нравится? Что поменять? Поменять камеру, вид на камеры. Я думаю, что нормально видно. Я не особо вижу, но да. Думаю, красиво. Да. Вообще красиво. Успокоился очень. Немножко, легче. Да, да, намного легче. Расслабился. Угу. Ну, замечательно. Но это очень круто. Попробую, не уверен, ну ладно. Это такая же фигня будет, как вот мы стартовали с тобой. Ага. Что-то будет тянуть назад. Не волнуйся, я тебе все буду это говорить сейчас. Хорошо. Я тебе сейчас как бы объяснил, а прямо вот в момент, когда надо будет это сделать, я тебе скажу, хорошо, ты готов? Поехали. Остановись на ножке, вверх, на ножке, типа. Тап-тап-тап-тап. И с твоей принцессой сейчас полетит. Надеюсь, все будет так же круто. Мне ей понравится, конечно. Я думаю, 100%. Да. Я ее так длинно не буду катать, потому что она говорила, что у нее похуже со всеми, да? Покороче тоже. Ну, может быть нормально будет, не знаю, как бы так. Я имею в виду, куда ее не потяну, куда урик, как бы начали. Если хочешь, я могу, но... Ну, сейчас, может быть, типа, обсудим, может быть, она все-таки захочет так же, давай, да. Вертушки сделай. Так? Да. Готовься встать на ноги, когда я покажу. Что делать? Когда скажу, становись на ноги, ага. Становись сейчас, наклоняйся вперед, вперед наклоняйся, ага. Вперед наклоняйся. Да. И сейчас. Да. 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 Сейчас вообще не приму почти. Поздравляю. Спасибо. Очень круто. Да, очень приятно. Очень приятно вообще. Невероятно. Я просто не ждал даже, когда мы что-то увидим, мы пошли так, как видел, вот так вот.